Более 20 тонн батареек было собрано в Московской области в рамках проекта «Разделяй и умножай». 10 декабря отработанные элементы питания отправились в Ярославль на специализированное предприятие Национальной экологической компании. Одинцовский округ вошел в число лидеров по сбору старых батареек. Проект «Рекордсмен. Разделяй и умножай» реализуется в рамках национального проекта «Экология» силами межрегиональной общественной экологической организации «Тут грязи нет» при поддержке Министерства природы России.